В библиотеке имени Пушкина магаданцы написали «Диктант Победы». Это международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Акцию проводят второй раз. Участники отвечают на 20 вопросов в формате теста. Отрадно, что в нем принимают участие в некоторых регионах и ветераны Великой Отечественной войны. Думаю, что нас всех сегодня ждет серьезное испытание на историческую грамотность. И причем это испытание, оно не зависит от возраста. Если взять, например, итоги прошлого года, то в «Диктанте Победы» победителями в стране стали как 16-летние жители нашей страны, так и люди старше 60 лет. «Диктант Победы» провели в день празднования воинской славы России 3 сентября. Акцию в Магадане открыл глава региона Сергей Носов. Это не только проверка знаний русского языка. Я думаю, это прежде всего дань уважения тому подвигу, который совершили наши предки. В очном диктанте приняли участие около 50 человек. Это школьники, сотрудники Росгвардии, депутаты и кандидаты, а также просто все желающие жители областного центра. На все вопросы участникам дали 45 минут. Кроме очной формы, в акции была предусмотрена возможность участия онлайн.